Так, снова шел я по улицам окрестностей Лондона. И на обочине это велосипедная дорожка. На той стороне тоже. И нашел грибы. По внешнему виду напоминают шампиньон. Белая шляпка и черный низ. Кто-то ногой его задел. Это обычный шампиньон. Причем красавец. Красавец шампиньон. Вот он, в траве. Вот молоденькие. Похоже на бледную поганку шампиньоны обычно, но это не бледная поганка, так как у бледной поганки под шляпкой пластинки не чернеют. Они всегда не темнеют, они всегда белого цвета. Поэтому это шампиньон или семейство шампиньонов. Ну, бледная поганка, она как бы с яйца растет. Это нет, это четко видно. Ну, шампиньоны бывают тоже несъедобные некоторые виды. Не ядовитые, но несъедобные. Вот, но красивые. Приятно видеть шампиньоны в Англии. Вот. Такой красавец. Один, второй. Такие вот английские шампиньоны. Вот еще один шампиньон поодаль. Это ежевика. А это шампиньон. Вот размер его. Пожалуйста. Красавец еще тот. Может, кто подскажет какое-то под вид шампиньона. Вот. Слизняки едят его со страшной силой. Такой шампиньон по отношению к руке. Вот такой вот я. Как обычно, иду на рынок. Дождливая погода. Ну, наверное, продавцы есть.